Кто сам разбирается? Я даже не знаю, как ее завести, блин. Шторки убери, ну. А? Шторки убери. Убрал? Ты смотри, а то сейчас брата, блядь, снесешь его. В другую сторону. Чего говоришь? Все, посидела. Все, пиздец. Закрылся. Так поедет. Так поедет. Ты сверху зеркало убрал, что ли? На другую сторону переставил, да. А нахер он тут нужен, да? Буква Р! Не надо газу давать! Пускай еще будет. Он же тебе показывал, где? Пристегни ремень безопасности, говорит! Давай, отползай! Потихонечку. Серёг! У нас говорят до характерного щелчка, бля. Я знаю, до характерного. Давай, давай, еще. Давай, 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 давай. Хорош! А теперь выйди, посмотри, что ты натворил уже. На старости нет, но на бочке записали. Серег, вот там рукавички. В ящике. Серег. Вот в этом ящике рукавички. Да. Открывается из кабины. Как у них у всех, блядь, через жопу? Ну-ка я тебя попрошу, блядь. Это нет, это не рукавички. Нет, нет. Это копыта. Сказал про рукавички. А что он не хочет? Со всей силы. Блять, русская машина сразу. Ну, куда теперь пойдешь? А? Куда теперь пойдешь? Нет, другое. А куда я укурился? Куда глаза глядят? Я тебе сегодня фору выложу. Пойдем что-то рассыпать. Администратор форума назад без своего гада. Дубовый шлагбаум пытается взять. Пошел красный шланг отрывать. Открывать. Пошел красный шланг отрывать, да? Пошли отрывать, да. Мясо, муха. Да, не сломал бы у меня. Серёг! Только задом. Я хотел все оторвать. Ну, что дальше ты будешь делать? Ну, как ты ручку дергать надо? Ну, дергай. Наверное, вот это, да? Так, теперь смотри. Если ты сейчас поедешь, ага, и слишком далеко уедешь, прицеп попадешь на землю. Поэтому ты должен отъехать, ну, где-то на метр приблизительно, не больше. Понял? Будем орать. На метр? Да. Зачем я на это согласился? Эксперимент.
Вообще, если честно сказать, я на Мерсе катался. Культурно-то есть, не держится. А? Культурно-то ну, есть. Ну, у меня еще нет. Нога не привыкла. И прямо в люк. Перепрыгнет. Знаю радиус твоей машины. Я радиус ну, своей машины. Полторы длины где-то в среднем. Вот, а теперь туда задом будешь заезжать. Да иди ты уже. Да. Да был что? Я там, был. Ничего там хорошего. Там знаешь, какая очередь? Знаешь, кого я там встретил, кстати? Кого? Много знакомых. Так. Не забудь включить аварийку, как положено в Европе. Да что ты? Да. И смотри в зеркало. Спасибо. И запомни, что пришвартоваться нужно к нашему, а не к хохлядскому прицепу. А за будет, не толкают ресторан, подтащит, блядь, хохол к себе, да к себе. А там вертолет. А точно, это же мотор Сич, это же эти, блядь. А вот здесь можно черепашку включить. Она уже включена. Да? Да, наверное, ебал. Он уже убежал туда, он бы так спокойно себя не вел. Он бы там не спал, так спокойно ноги выкинул. Серега, смотри в зеркала. В левое. Нужно, чтобы спойлер был аккуратно на уровне прицепа. Его видно. Ничего страшного. У тебя не получится сейчас. Я знаю, что у меня уже не получится, потому что я что-то проебал. Понимаешь, ну, когда первый раз. Просто назад, я подгоню ее машину. А вот, грубо говоря, дальше. Во-во-во, отлично вообще, смотри. Ничего страшного. Если немножко чуть-чуть наискосок, ничего страшного, она все равно зацепится. Сейчас нормально иду? Ты в левую сторону смотри, а не вправо. Я смотрю в левую, вроде нормально левая. В левую руля чуть-чуть, вот так вот. Вот смотри, знаешь куда? Не на спойлер, а на колесо, на крыло колеса черное. Видишь, как ну, оно вижу. По отношению к прицепу? Она должна быть параллельно прицепу? Она должна быть... Нет, она должна быть абсолютно ровно с бортом прицепа. Значит, тебе нужно проехать немножко вперед. Вперед, я понял. Вот. И сейчас чуть-чуть лево даю руля, буквально чуть-чуть, и все. Но если немножко, чуть-чуть будет выступать, ничего страшного, все равно зацепится. Дело в том, что в седле там есть такой треугольный вырез. Я вот знаю, равняй, так. Ровно ставь. Вот, вот так должно, да? Да, ну смотри сам. Но только до конца не доезжай, потому что нужно шланги вначале подставить. Вот так вот подравнять. Ровно поставь руль. Еще чуть-чуть. Давай. Не высовывайся, в зеркало смотри. Я в зеркало смотрю. Не высовывай. Это не ЗИЛ. На подножку еще выйди, да, это, как на этих, на КАМАЗах. Ты знаешь, я в своей хорош. Машине даже. Все. Ой, блин. Я забыл, что она не встанет. А чего ты не хочешь сразу? Ну фиксировать надо. На нейтраль поставь. Вот. И этот самый. Я даже в себя в машине в этой приучил, блядь, только по зеркалам парковаться. Правильно. Крути, давай. Хоть доходяга, блин.